В библиотеке имени Абая прошел вечер, посвященный 80-летию Утантая Карабжанулы, отличника культуры Республики Казахстан и деятеля культуры Республики Казахстан. Пропаганда наследия великого Абая – его большая заслуга. Утантай Карабжанулы – заслуженный деятель развития казахского искусства, культуры и образования. Президент Республиканского общественного фонда Абай Хунанбайулы, почетный гражданин Абайского района. 20 лет руководил музыкально-драматическим театром имени Абая. За это время сменилось не одно поколение талантливых артистов. Начав трудовую деятельность 20-летнего возраста, Утантай Карабжанулы посвятил 50 лет своей жизни культуре и образованию. До 4 класса я учился в Каскаблаке, а в 5 классе поступил в школу номер 16 города Семей. С того времени, как я переехал в Семей, прошло уже более 70 лет. Я благодарен, что моя жизнь связана с великим Абаем. Я родился в Абайском районе, работал в театре имени Абая и в училище. Работаю в фонде имени Абая Кунанбайулы. Поздравить деятеля культуры пришли его друзья и ученики. Все выразили свои искренние пожелания и поделились теплыми воспоминаниями. В 22-23 года я был начальником Дома культуры Абайского района. И с тех пор по сей день мы оба связаны со сферой культуры. Уважаем друг друга, работаем вместе. В этом году ему исполнилось 80 лет. Мы рады сегодня видеть плоды многолетнего труда. Есть воспитание школы и института, но есть и воспитание жизни. Этот человек проработал в театре 20 лет. Последние 8 лет мы вместе сотрудничали. Я работал его заместителем. Когда он уходил из театра, казалось, будто вместе с ним уходит эпоха. В итоге я ушел вместе с ним. На вечер, организованный в честь Утантая Карабжанулы, приехали и молодые люди нашего города. За свой неоценимый вклад, труд и опыт он, несомненно, является примером для молодежи. Малика Мухтарова, Султан Жоламанов, Ертіс Көшірхан, телеканал «Семей».